На страже женского здоровья. Областной онкологический диспансер проводит акцию по бесплатному обследованию молочных желез. От пациенток не требуется ни справок, ни анализов, ни направлений. Только желание и 20 минут свободного времени. Акция медицинского учреждения продлится до конца месяца. Ее подробности и первые результаты узнала Елена Тимофеева. В регистратуре онкологического диспансера толпятся женщины. Октябрь не случайно выбран для проведения акции. Еще в начале 90-х годов решением Всемирной организации здравоохранения октябрь объявлен месяцем борьбы с раком молочной железы. Главная цель подобных акций – выявить болезнь как можно раньше. На 2017 год у нас было выявлено 199 женщин, у которых установлен диагноз рак молочной железы. Пик заболеваемости приходится на возраст от 50 до 65 лет, но, к сожалению, в молодом возрасте тоже нельзя расслабляться. То есть самая молодая женщина, которой был установлен диагноз рак молочной железы, имела возраст 25 лет. Регулярное домашнее самообследование – не самый лучший способ профилактики рака молочной железы. Обнаружить болезнь на ранней стадии можно только с помощью медицинских обследований. Они должны проводиться раз в год. Женщины, которым нет 40 лет, проходят УЗИ молочных желез. Пациенткам старше 40 рекомендована маммография. Процедура может быть немного неприятна, болезненна, так как воду прищемляет молочную железу. За первые 15 дней акции онкологического диспансера обследование уже прошли более 160 женщин. У четырех установлен диагноз – рак молочной железы. Еще 6 пациенток направлены на дообследование. Это результат маммографии 68-летней женщины. На правой молочной железе отчетливо видна опухоль. В той ситуации, когда опухоль выявляется активно при профилактическом осмотре, по данным маммографии, УЗИ молочных желез, и она еще не определяется руками, а в большинстве случаев мы имеем дело с ранней стадией рака молочной железы, и при своевременно, правильно спланированном лечении есть большой шанс на полное излечение от болезни. Врачи отмечают, женщины стали более внимательны к своему здоровью, повысилась выявляемость болезни и, как следствие, снизилась смертность. Елена Шарапова об акции онкологического диспансера узнала случайно, но решила обязательно воспользоваться возможностью, ведь здоровье превыше всего. В одноклассниках узнала, посмотрела по сайту, записалась. На той неделе записалась, сегодня пришла. Слежу за здоровьем, вот поэтому решила провериться. Врачи онкологического диспансера подчеркивают, для прохождения обследования от женщин не требуется ни справки, ни анализы, ни направления, только желание и 20 минут свободного времени. Записаться на процедуру можно, просто позвонив в регистратуру учреждения. Акция по бесплатному обследованию молочных желез продлится до конца октября. Елена Тимофеева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВ-Ин.